Тех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам. Портрет жены Полины Хюбнер. Юлиус Хюбнер. Выгоревшим на меху широком бархатном платье, из-под которого выглядывает лишь часть изящного кресла лебедя, сзади тяжелые складки занавески со сборками, изящная туфелька на подушке для ног. Не обращая внимания на верную собаку и устремив на зрителя многозначительно мечтательный глубокий темный взгляд, полная фигура, натуральную величину, больше подходящая принцессе, чем простолюдинке. В спине тяжелые складки занавески с рюшами, изящная туфелька на подушке для ног, верная собака и многозначительно мечтательный глубокий темный взгляд, устремленный на зрителя. Полная фигура в натуральную величину, больше подходящей принцессе, чем простолюдинке. Вот почему король, посетив выставку Академии, почувствовал побуждение спросить, кто это был. С таким барочным звучанием молодой Юлиус Хюбнер одел свою 19-летнюю невесту Полину Бендема. Он познакомился с ней, когда давал уроки рисования на дому ее брату Эдуарду, сыну банкира Бендемана, а затем его коллеги по Дрезденской академии, и с 1824 года рисовал несколько раз. Большая картина была создана после помолвки в декабре 1828 года и должна была быть завершена до совместного путешествия по Италии. Очевидно, перед глазами Хюбнера стояло столь же изысканное изображение молодой супруги берлинского банкира Фанеи Берс в красном платье его учителя Вильгельма Шада. В частности, натюрморт, расположенный вдоль левого края картины, имеет здесь с попугаем цветущими растениями, замысловато оформленный цветочным столиком свой аналог. Но не только великолепие ткани и ювелирных изделий подчеркивает чувственную привлекательность черноглазой девушки, небрежно прислонившейся к столу. Трудно не заметить, хотя это довольно странно, символику ванитты в открытой шкатулке для драгоценностей. Ванита – философский и художественный концепт, представляющий собой символическое изображение смерти, ничтожности и временных земных благ, информации, а также эротический оттенок раковины, символ Венеры, из которого вырастает красная лилия. Памятник любви, так гласит надпись на изображении, находится рядом с памятником любви. Вот такое описание нашел в интернете к работе Юлиуса Хюбнера. Портрет жены Полины. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.